И где? Ой, блин, куда-то я попала. А там тоже вода, я вот. Это... Короче, здесь... О, видите, что есть? Ну ладно, пошли посмотрим. Девочки, в подвале нашли... Ребята ползали здесь, и в подвале какую-то нашли собаку. Говорят, это старые заброшенные здесь развалины. И там где-то собака в подвал упала. И вот сейчас ребята это все определили. И мы сейчас полезем и найдем. Знать бы еще, как сюда залезть. Я ж не паркурщик, блин. Так. Бабе 60 лет, а мозги по-прежнему 18. Так, дальше куда, ребят? Сюда? Ребят, вот там дыра. Ее там совсем не видно никак. Сейчас можешь посветить? Фонарик есть? Посветите кто-нибудь туда. Фонарик вряд ли. Да хоть чуть-чуть, дядик, можешь пройти посветить? Попробуй ты. Где она там? Хоть чуть-чуть. Ну-ка, дайте мне, ребят. О, господи, подожди. Посветите немножко, чтобы я снять могла. Где она там сидит? Вон. Не вижу. Вон, да. Вон там. Вижу. Все, видим. Все, ребята, сейчас будем доставать. Кто сможет? Сереж, сможешь? Короче, вон там внизу подвал глубокий довольно-таки. Собака упала и не может оттуда выбраться никак. Красавец или красавица. Посмотри сюда. Короче, это дом, который переселяли. Это от него сарай. Сейчас покажу снаружи, как они выглядят. Вот такой сарай. Зай, отойди оттуда. Короче, сарай осталось буквально месяц-два. И так как сейчас весна, он рухнет просто, и собака останется там. Вот такие вот дела. Камера у меня плохая, поэтому, как получается, фонарик у меня тоже с собой нету, чтобы посветить. Ну, подвал вот такой глубокий. В сарае находиться вообще жутко страшно. Он может в любой момент просто взять и рухнуть. Алло. Ничего не рычит. Давай, Сереж, я. Эй, умница моя. Попробуй потихоньку. Пойдем, мое солнышко. Пойдем, зайчик. Он, наверное, уже обездвижен, бедный. О, господи, как же он туда упал. Да это, скорее всего, человек сюда скинул его. Думаешь? Ну да, бред. Лестница, карман стоит, Серег, поставь лестницу. Да как он поставит? Сейчас, мой золотой. Во. Так. Нет, Сережа, криво ставишь. Сережа поставил криво. Сюда. Вот. Попробуй. Так, Саша, можешь принять? Да вот сейчас зашиву. Аккуратно, аккуратненько так возьми. Сможете? Ага. Иди сюда, малыш, иди, мой хороший. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Ой, возьми его просто, вытаскивай. Ой, ты мой. Держишь крепко? Не бойся, опа, малыш, не бойся. Ты мой хороший, иди сюда. Выходи. Выходи сюда, сейчас я. Иди сюда, выходи, Саша, держи. Пытаюсь, не бойся, не бойся. Ребят, а наш старичок из подвала. К нему мы сюда сейчас посадим двух девочек еще. И он будет спокойно жить. А это рядом наш другой козленок завывает. Потому что ему одному скучно тоже. Да, маленький? Ты мой красавчик. Вот такой старичок наш, которого вчера достали из подвала. Ай, ты мой золотой.